Да. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного. Аминь. Номер 369, события дня. Евангелие Иоанна 5:44. Как вы можете веровать, когда друг от друга принимаете славу, а славы, которые от единого Бога не ищете? Вот я первый раз, когда читал это было в 62-м году. Ну, конечно, тогда я знал меньше, только-только уверовал. Ну, только-только, несколько дней, как Евангелие впервые получил. Но меня вот эти слова сразу тронули. Я так окинул, и везде вижу вот это лизоблюдство, это зализывание. Хвостов, говорит, крутят. Зачем? По-другому нельзя. Тут зачем я буду высовываться, еще это даст? Это ничего нет. Никак. Это перед тобой такая махина, тебя раздавит. И все система. Главное, это система. Это самое страшное, что сатана, может быть, создал в общем мировом порядке. Система. Он в этом заключен и все. Он не такой совсем. Ну вот он так верит. Надо резать голову, кто ушел у христианства, мусульманин. И он это делает. Не то, что он такой вот злой, он кровожадный, он хороший семьянин, работник. Ну вот уверовал в мусульманин, христианин стал. И мальчишка, там совсем маленький, то он стоит и стреляет, показано. Приводит в исполнение приговора ребенку 6 лет. Ну что, даже он не понимает жизни, нет. Но ему вдалбливают и вдалбливают. Это очень быстро можно сделать мункуртом человека. Мне вот это дело было открыто. Я потом спрашиваю, ну ты сейчас видишь, ты почему ничего не сказал-то? А почему я должен говорить-то? Есть священники, пусть говорят. Ну ты видишь, ты зашел, ты видишь, что поп ладошкой деньги берут, отсчет идет, церковь идет, торговля. Ну ты это видел? У меня с батюшкой хорошие отношения, еще буду портить их. Ну вот это и есть. Господь говорит, как вы можете веровать? То есть это несовместимо с верой. Мамона и Бог. Ну мамона это богатство, то, что надо здесь побольше быть, это коррупция, депутатство, это все. Это несовместимо. Как вы можете веровать? Как вы можете служить Богу и мамоне? Вот если это не открыто, я считаю, веры никакой нет. Почему? Потому что веры нет. Она первые строчки, они вышибают это. Это не может. Дальше ты можешь угождать, ты можешь иметь хорошие отношения, тебя могут ставить в пример, тебя награждать, весь в медалях будешь. Но это система. Еще Брежнев ничего не видел, что делается в стране. Это система. И он тоже заложник системы. Если он будет делать не так, как Кеннеди, его уберут. Сколько это было таких? Сколько в России было? Не так Павел Первый делает. До свидания. Убили табакеркой. Заговор, пришли. И ничего не сделаешь. Ну и это за 15 декабря. Сегодня у нас 16, 16 года. И в поддержании того, что здесь, что это от этого вот никак не избавишься. Никак. И невозможно, я вижу, священники выступают разные, хорошие, много говорят, но он как будто ослепший, он не видит ничего. Он не говорит прямо по слову Божию, люди к нему расположены, что он будет менять отношения? Ну ты выйди ему, порождение ехидины, скажи, кто эти женщины, которые стоят, это абортис и все. Тут обратили внимание, у нас Новоалтайск рядом. Большой храм строили, Новогеоргиевский там или как-то там, Засвятый Георгиевский. И нарисовали. Ирод разорвал детей, везде кровавые такие ошмотки, мясо. И тут покаяние, икона большая. Так там столпотворение от баб. Вот разогрели это дело. То почему? Да подряд. Чуть не 100% абортисы. Это пишет Юрасов. Амбросий. Подходит мать одна и говорит, ты дочку мою исповедуй. Она не каждому идет-то даже на исповедь. Она такая скромница, целомудренная девица у меня. Ну, я принял говорить. Я сказал, что говорить надо все, чтобы избавиться от этого. У меня уже 4 аборта. Для матери она девственница, она неприкасаемая и прочее. Ты брось слово-то как должно. Смотри, вот сказал Андрей Кураев там, когда заступился, что там пристают мужеложники, воспитатели в семинарии. Что с ним делали? И с профессорами преследуют в московской где-то академии. Все с него убрали оттуда. И даже он где-то в МГУ там преподавал. И туда старались залезть, чтобы оставить его голодному, чтобы смирить, задавить. Почему система?
славу друг от друга. Он такой в почете был, диакон всея Руси, там это, и, конечно, и книги его там, в школе преподавать уже. И все это, и книги, все не такое, все сразу. Одним махом, как будто никогда ничего не было. Все. Я Солженицына не считал, говорит, но осуждаю вместе с народом. Еще вы никогда не колебались, чтобы... Нет, я колебался вместе с курсом партии. Против курса партии. Спрашивает, а он говорит, вместе с курсом партии. Он тоже вилял, крутил. Еще Сталин боялся. Бандит. Грабитель банков был. И стал во главе, и такая честь, встречается. Да. Одним воздухом с ним дышать не надо было. Нет, он победил. У кого победил-то? Трупами завалили Европу. Ну, маленько дальше это, только начни рассуждать, ты видишь, это эпиграф, это гром, это набат. Еремия 13:23. Может ли эфиоплянин переменить кожу свою и барс пятна свои? Так и вы можете ли делать доброе, привыкнув делать злое? И опять то же самое. Ну, как, у чернокожие. Ну, а можно отбеливающие какие-то? Можно. Ну, рассказывают там какие-то есть такие горбоносые, длинноносые, нации такие-то. Но они здесь, среди русских-то, решили сделать пластическую операцию. Вон она сделали. Но первый же ребенок рождается, они написано, показано, над кроваткой склонились, над кроваткой-то, а он лежит дубонос такой же в них. То есть он под операцию не будет. Вот они говорят, а может ли? А барс пятна свои... Нет, не может. Так и вы. Можете ли делать доброе, привыкнув делать злое? А что такое злое? Ничего не делание, есть зло. Есть статья такая, не оказание помощи. Он тонул, а ты не помог. На лодке плыл рядом, да мне не до тебя. Потом узнали, где-то забрали. Мы в Германии там остановились только. Один другой подъезжает, останавливается. А мы у Валентины Стартисон останавливались, она про это говорит. Ну, говорит, что-то там не заладилось. Человек 10 остановились. Почему? Статья. Если не помогает, в беду попавшему, кто-то, пожалуйста, там разберутся. А у нас бед тебе не надо. Вот у меня со мной работала одна, я ее машину стукнул поезд. Ну, ее выбросил, живой остался мужик, но машину покалечил. А она прямо тут же дежурит, сторожихой. Один подходит другой и уже отворачивает от нее, все. Это машина, она подошла, это моя машина, не троши никак. Пошла к начальству, скорее палатку взяла, накрыла, и тогда уже не так. Кто бы мимо не шел, оторвать надо скорее что-то. Могут ли изменить пятна? Не могут. И еще что? Евангелие Иоанна 12:43. Ибо возлюбили больше славу человеческую, нежели славу Божию. Ну вот это я скажу президенту, патриарху. Они примут к себе или нет? Славу. А как славу? Ну, понятно, на какой высоте, говорят, хорошо, то другое. Я вчера тут в интернете коснулся, сколько против меня роликов. Ну, я не могу сказать, потому что я все не могу сказать. Ну, наверное, с полсотни. Это люди, которые мне говорят, вы даже не знаете, какие против вас силы задействованы. Я из лагеря вернулся, а тут московский комсомолец на Алтае, газета, это серьезная газета, миллионными тиражами идет. Статью, наконец-то прихлопнули этого лжепроповедника, да, наконец-то добрались до него. Статья одна, вторая, третья. Мне один говорит, вы даже не знаете, профессора тут несколько против вас. Я говорю, они-то что? Против лагеря. Из-за лагеря как бы так. Меня отсадили от передач. Я 3 религиозные передачи вел. 2 прямым эфиром. 1 часовая была каждое воскресенье. Везде сняли. ГТРК, это очень серьезное. ГТРК, радио, телевидение. По заказу статью написали. Статью. Правда там и ложь, и изнанка там всякое. Вот. Это я еще ничего не знал. ЭВНЗР, еврейская организация. Притом все единодушно бросились, когда я был в лагере. Там родители настраивают против. Я вернулся, добрался до всех, чтобы привести в порядок, изменились. Нет, это никак. Я подал в суд. 3 процесса, все выиграл. Все. Что интересно, вот Бог дал таких судей, не продажных. Хорошие у меня отношения были с прокурором края, Параскун Юрий Федорович, генерал-лейтенант. И дело, которое... Судье его жене. И она это вывела в краевом суде. Первая инстанция суд, тот замазал все.
Ну правильно, ну говорили, там нарисовали черта с нагайкой, там с наручниками стоит и написали, и нимб вокруг головы, община Игнатия Лапкина. Это все для слова Божия нет уз, все описано в суде. И все Бог разгромил. Почему? Почему, вот вас спрашиваю, почему так получилось Бог? И поэтому нам вот фактически помочь нельзя, наверное. Вот пишет мне один. Александр Тетюшев. Ночью написал. Очень печально. Неужели это не поправит глава администрации или губернатор Алтайского края? Ну, вчера мы заходили. Вот я сейчас покажу. Кто-то зайдите на этот, на наш YouTube. Вот оно. Наш визит на получение, на полученное письмо из администрации Алтайского края. Мы пришли. Я взял с собой своего корреспондента Василия. Прошли, пропустили нас везде. Третий этаж, начальница. Говорю, я не слышу еще, но он мне все переводит. Секретариат. И будто бы нет начальницы. И все на этом отпутбаливает. Так это привычно. Два секретаря сидят, значит, организация серьезная. По образованию, там, по печати. Я не ухожу, свое разговариваем. И, наконец, заместителя позвали, та на этаж выше, на четвертый этаж. Это сколько же людей? И никто ничего не производит в течение десятилетий. Ни рубля. Нигде ни кирпич не положили, ни соткали, ни корову не подоили. Ни один, нигде ничего нету. Но все едят, получают зарплату. Она будет держаться, слава человеческая, значит, быть на должности. Она за меня восстанет, что будет? По детскому лагерю, чтобы мы пришли, зарегистрировались. Ну, вот я просто открою. Вот она. Ну-ка, Вчера мне пришло электронное письмо. Вот из этого учреждения. Вот. Чтобы это не голословно было, мы сейчас там только что были, в этой организации вверху. Я ее знаю, тут работал Улеска, профессор, мне близко знакомый. Вызвал нас Дебенкова, видно, Марина Владимировна, 29-86-00. Номер, которое письмо прислали, 02-21-36-29. Ну, начальницы нету, зам ее. Там стали, я говорю, пришли в кабинет, говорю, записать. Нельзя. Ну, нет такого, что нельзя записать. Ну, внутри помещения не могут что-то найти. Нет, это закон, конституция, она уже нарушает ее. Так на улице, вышли на улицу, тут видно, машина стоит, и сюда выскочила одна. Почему? А она оберегает. Она никто. Она не начальница, которая выскочила. Ну, мы говорим, вот так необычно. Идите на ту сторону там или куда-то, нас выгоняет отсюда. А это большое тут колесо, мы никому не мешаем. Пустое место, до обеда. Еще никто не проголодался. Ну что, она держится за свое место. А можно это сделать, чтобы она не выскочила? Нельзя, это система. Я пошел в краевой суд. Мне нужно встретиться с судьей. Нет, ну это вышел на улицу, и меня один тоже снимает. Скажи, ты один выскакивает там эти полицейские-то, и другой выглядывает туда. Уйдите отсюда, напротив таблички. На улице, рядом машины идут, проспект Ленина, бывший московский, центральная улица, главный Бродвей Барнаула. На улице, вам, вас что касается? Ну нельзя, надо, отойдите в сторонку, там где елки, там можно, а напротив надписи нельзя. В КГБ были, там вроде нас не прогнали, не знаю, снимали мы. В МВД были, там снимали, там тоже нас не тронули, там не видно нас было. Мы стояли как-то, где часовой-то не видать было. Что это такое? Система. В системе все защищается. За фашистский режим, да там же не все люди были, ну, головорезы-то. Но каждый боялся сказать, и он обязан был доносить. За недоносительство статья была. Вот нет нас и нет ничего. И она не дала снимать, не дала. И тогда и вышло то, что там было, стараясь здесь сказать. По детскому лагерю. А зачем они нас вызвали? А вот смотри. Я не знал, как это сделать. Не мог, ну, не умею переносить. Тут где-то у меня есть. Это Новый Завет. А что? Лагерь, администрация. Вот это вот я не знал, как его прилепить. Вот. Это не то даже. Вот документы здесь у меня. Сейчас, подожди, ничего. Вот. Где здесь документ по Алтайскому? Вот это администрация. Ну-ка.
Есть или нет? Ну вот какой-то лагерь, администрация, вот это. Это я сейчас открывал. А вот здесь вот. Мне надо оригинал их показать. Это я перепечатал. Вчера голосом говорил, машина печатала тут дома я, чтобы ознакомить людей. Вот оно. Вот как оно выглядит. Видите как? Это документ. Прочитай. Так, администрация Алтайского края, Главное управление образования и науки Алтайского края. Вот все данные, Лапкину. Что это ко мне именно. Дальше. Уважают они меня, видите? Уважаемый Игнатий Тихонович, сообщаем, что в летний период 2016 года на территории региона Мамонтовский район, село Потеряевка, зарегистрирована деятельность детского православного лагеря как организации, не входящей в реестр детских оздоровительных лагерей Алтайского края. Данный факт отражен в документах надзорных органов. Зарегистрировано, то есть в космосе зарегистрирована какая-то вспышка была. И вот теперь зарегистрировано, это на приборе было отмечено где-то. И вот теперь они туда бьют в это место. И она сразу, если я не согласен, но данный факт отражен в документах надзорных органов-то. Больше ничего бы она не писала, что тут можно было. Еще можно, говорит, на два играть. Но уже следующий куплет покажет, что... В 2017 году в регионе будет действовать единый реестр организаций юридических лиц, осуществляющих деятельность, связанную с организацией отдыха детей и их оздоровления на территории Алтайского края. Включение организаций в вышеназванный реестр является критерием соответствия требованиям комплексной безопасности и осуществления контроля работы лагеря со стороны надзорных органов. То есть пока вот этого реестра не было, я 45 лет жил, организации не было. У меня не больные дети, здоровые, купаются, собирают ягоды, веселые, играют, ходят в церковь. А она ничего этого не говорит. Включение вот в этот реестр, что является критерием, поясни, что это такое? Критерием соответствия требованиям комплексной безопасности. 6 там утонуло, там 95 этих в лагере сразу под капельницами лежат. Там отравленные, там еще утонули, на Каспийском море тогда утонули, не знаю сколько там, человек, наверное, 5 вместе с воспитателем утонули. Какое-то течение, у нас этого не было. Является критерием какой, что безопасности? Нет, требованием. Требование. И она напомнила про это, что в Карелии утонули, мы знаем, да знаем, от чего это все было. И она сидит и думает, она печатала, это набирала. Я не думаю, что она с голоса. Они все печатают, секретари. У них даже такого оборудования нет, как у меня. Дальше. Предлагаем вам ознакомиться с порядком включения в реестр организаций юридических лиц, осуществляющих деятельность, связанную с организацией отдыха детей и их оздоровления на территории Алтайского края. Документ размещен на сайте «Алтайские каникулы» www.dukaltai.ru в разделе «Документы. Решение комиссии, запятая договоры, формы и другие нормативные документы». Заместитель начальника главного управления Дюбенкова МВ. Понимаете, вот сколько здесь наговорено. Безобразие. Оздоровление детей, связанное с организацией. Что-то она обещает делать. Нет, ничего нету. Это они создали организацию, в этой организации платят деньги, они сидят, они печатают. Она детей видит? Нет. Она их кормит, поезд собирает, безопасность создает? Нет. Она на четвертом этаже. Она от земли уже поднялась, ну минимум как на 12 метров, даже больше. Она там сидит. А... И что она будет говорить? Снимать нельзя. То, что она... Я подам на нее, что она не права. Ну, второй раз она не будет отвечать. Ну, снимайте, я буду молчать. То есть я ее никак не могу взять. А если она разрешила, а тут что-то будет, и в кабинете, ее могут оттуда попросить, что ты разрешала-то. Так по закону можешь. Какие законы? Вы же знаете, еще у нас тут все так делается. Вот и все. И премиальные получают, и... А сколько по стране? Так это не считаю. Роспотребнадзор. 110 тысяч. Форма, звание, деньги. 110 тысяч ежедневно выходит на работу. Специально в этой организации. Новой. Без них жили. Почему? Лоббируют эти интересы. Пожирается. Вот представьте, тело, огромный пирог, печеный для инвалидов. Они со всех сторон обгладывают. Пенсию повысить не могут. Под разными предлогами не дают. Не дают. Я не жалуюсь. 35 лет у меня трудового стажа. По трудовой книжке у меня 35 лет. Пенсия 6523 рубля 15 копеек. Я прихожу, перед ней сижу и говорю, 45 лет веду лагерь. Она даже ухом не повела. Она не то, что неинтересная, она мертвая.
И она приняла хорошо. Двое сидят, они даже не интересуются, что я говорю. Какой лагерь, какие воспитательные меры. Ни ухом, ни одна. Это новое поколение. Да оно было всегда так. Ну и кто это писала, какая Ирина. Вот я вчера это все в другом не мог прилепить никак. И поэтому это же самое здесь написал. Ну и что теперь? А вот что, смотри. Мы теперь открываем этот. Вот. Я пишу. Вот это вот, то, что есть там, Дебенкова. Дальше. Так, этот документ напомнил житие Драсиды за 22 марта по старому стилю. Запомните, что я их знаю, жития. Это... Вот сейчас я спрошу Осипова, там, допустим, преподает, который... Скажите, это сходу, вы знаете, это? Мог бы он на такое вот действие, вот такой момент, чтобы у него было? Нет, это миссия. Это только Дух Божий открывает. 1173 биографии жития. Ну, вообразите, а на каждой отдельной Георгий Победоносец. Книжечки целые написано. 1173. Я сразу стою, я уже там понял. Она меня подгоняет вот к этому. Из исторической давности. Второго века. События аналогичные. Экстраполируя события на сегодняшний день. Что? Этот документ напомнил так. Житие Драсиды. Дочь императора Трояна, гонителя христиан, уверовала во Христа. Нечестивый и беззаконный Троян повелел на противоположных концах города затопить две печи и топить их ежедневно, а на них сделать надпись, выражающую его царское повеление и заключающую в себе следующее. Двоеточие, кавычки. Мужи Галилеяне, поклоняющиеся распятому, избавьте себя от великого множества мучений, а нас от трудов. Принесите жертвы богам. Если же сделать этого не желаете, то пусть каждый из вас добровольно, каким хочет способом, свергнет себя в эту печь. Все. То есть, если вы не можете еще сделать в реестр, запишитесь, мы будем вас знать. Я говорю, нет лагеря уже, мы его расформировали. И она не... А это как будто мимо. И она нигде ничего не поставила. Ну нет, отстаньте, нет. Мы чтобы добровольно себя в эту печь, гиену огненную, затащили. Добровольно. И вот император, это один только такой был. Только одно житие такое. Затопил печь, он не знал, чем будет. Что его дочь Драсида придет и бросится в печь. Это вообще житие одно только такое. Ее считают святой. Она пошла, и где она взяла мира, который мажет крещенных? Мира было, идет мимо, я не крещенная невеста Христова. Зашла, сама себя крестила, сама себя помазала, подошла и в печь бросилась эту. Я вот считаю, вот это вот управление там, по образованию печати, они вот это как раз и расставили сейчас. Добровольно запишитесь, а кто будет писать? Государственные лагеря, которые получают субсидии, речь идет о миллиардах, и несоответствие. Несоответствие. Под этим видео пишет, что? Тамара Селиванова, историческое видео. Сколько тут восклицательных знаков? Да уж, тут немного очень. Куча. Дальше, кто тут пишет еще? Карл Лаг. Вот чей там был женский голос. Отойдите и не снимайте. Это смешно. Есть Конституция РФ. Есть права граждан. Статья 24 Конституции Российской Федерации о правах человека и сборе и обработке информации. Можно было никого не спрашивать снимать и внутри учреждения. И более того, вызвать милицию, если бы запрещали делать это. Допустим, мы так бы сделали. Что бы мы добились? Совет вот дают. И вот я бы давай там снимать где-то. У нас было такое, дорога останавливали, наводка. Мы поехали, там сразу раз сообщили, едут по такой-то дороге, там такие-то люди, ваххабиты. И нас полиция далеко за город, там километров, может, 10 выехала, и нас там арестовали, можно сказать. Так, за нами, документы забрали, все, куда поедешь-то, мы за ними. А я сижу и говорю, снимай дорогой. А кто снимал? Сергей Пупков, кажется. Полицейский, нельзя снимать. Почему нельзя? Можно. Он больше ничего не мог сказать. Только подходим к дверям. Ну, а здесь уже нельзя. Я говорю, а сюда мы не пойдем. Я один пойти не могу. Он снимать не будет. Я плохо слышу. Пошли. Там, внутри, в полиции. Видимо, ну, может быть, и неправильно не сказали. Но ну, такое дело было. Так, кто пишет? Александр Тетишев. Очень печально. Неужели это не поправит глава администрации или губернатор Алтайского края? Да, я, кажется, туда перенес. Да, там это есть. Да, дальше что? Тамара Селиванова, сытые и самодовольные, проверить бы родословную многих из таких независимых. И сразу на ум приходят слова из песни, кто был ни с чем, тот станет всем.
Ну, вот такое дело. Вот я показал, вот вчера, сколько, 15 часов назад, 676 просмотров. Ну, может, даже сейчас, это мне даже интересно. Так вот стало, что там знаки были. Вот пока разговаривали, 700, видишь, сколько, 728 уже. То есть людей это касается. Ладно, я это закрою, а мы дальше этот продолжим. Что там этот пишет? Александр. Александр пишет. Да. Очень печально. Неужели это не поправит глава администрации или губернатор Алтайского края? Не помог... так, глава администрации или губернатор. Кто глава администрации? Какой? Так он и есть глава администрации, губернатор Алтайского края. Он и есть. Или он имеет в виду администрацию печати, где мы были? Как он поправит? Он и не знает. Не помогает такому человеку, как Игнатий Тихонович Лапкин, стыд и грех. Таких, как Игнатий Тихонович Лапкин, несомненный... современный златоуст и колокол нашего православия, к сожалению, нет не только в России, но, скорее всего, и более, если не во всем мире. Вот такие, такие мысли человек. Ну, я его не знаю, поэтому так. Думаю. Думаю, что помочь Игнатию Тихоновичу в его столь важном для всех нас труде делать честь любого чиновника. Тем более, что речь идет о детях. Ну, допустим, все до одного чиновника узнали... узнали, собрались, депутатский корпус, законодательное собрание в Алтайском крае, хороший губернатор, ставленник, не избранный он, а ставленник Путина, когда Евдокимов, этот сатирик, погиб здесь, Михаил Сергеевич, Путин приезжал на его похороны, и его поставил, ставленник просто, Карлин. Кто он такой? Юрист высокого класса. Отсюда выводы, что против закона он не пойдет. Он не пойдет. Дальше. Законы не без ведома президента идут. Он его ставит. Пойдет он против? Нет. А если пойдет, а зачем он такой нужен? Его сразу же сметут. То есть даже если бы Карлин сегодня, все до одного чиновника в Алтайском крае были за меня, что они должны были сказать? Требования, которые написали, это федеральный закон. А федеральному закону они подчиняются. А лагеря должны быть вот. На него должно быть так. На ребенка 10 там, квадратных метров. Все должно быть под капель, не пылинки. У меня где я могу, когда мазанки поставлю в степи? Когда мы в шалашах жили. А то, что дети здоровые, 45 лет, это ни разу, я им говорю, они ни разу даже не повторили, никто. Они не видят, он в системе винтик. И губернатор, если бы пожелал нам помочь, то он должен был думать, как не нарушить закон. Именно чтобы нас в этот реестр записать, и чтобы они от нас отстали. А для этого я должен соответствовать ему. Это я рассуждаю так, мыслю я так. Он бы сейчас, ну, допустим, и сказал, господа депутаты или там товарищи, вы знаете, что в детском лагере есть такой, да, интересный лагерь. Вот мне доложили здесь, я даже не знал про это. Сейчас некоторые слушают и скажут, ой, как вы о себе говорите. Но у меня это было. Когда я 11 лет вел суд, после реабилитации, вот я выиграл его. Едем вместе, мэр города, мэр непростой, Баварин Владимир Николаевич, входил в десятку лучших мэров России, бывший парторг моторного завода. Мы едем в машине, и там помогал, главный у него советник был, Овчинников Владимир Петрович. Так вот, Владимир Николаевич Баварин, меня пригласили в какое время прийти к городскую администрацию, он глава администрации Алтайского края, мэр города. Он вот так вот вывернулся на меня. Это вы в моем городе живете, в моем городе. Он действительно мэр был настоящий. Вы легенда. Ваше имя в аналы города будет записано. И у меня есть от него письмо, которое приклеено. Это я могу здесь показать. Это вообще, что вы вот то и делали там с заключенными, с детьми. Я рад, что у вас будет место встречи, молитвы. И далее такие слова, все. Я желаю вам гордо нести этот вроде флаг православия. Гордо, он не знает слова гордо, у нас не употребляется. И сфотографировались, тут он пришел. И теперь мы как родные стали. Но он нигде не нарушил закон. Уже выиграно, теперь мне не дают. Он поставил печать, все, забегали. Теперь привезли меня сюда, вот я нахожусь на Ползунова. Другое место там около тюрьмы, я говорю, там не надо. Как я брал вот это место, заглянул, вот это дом такой, а он на замке оказался, это станция «Освод», спасение на водах, как сейчас помню. И далее, который Добролюбов меня возит, кажется, такой, или Боголюбов.
вот такого даже человека, ну ласковый там, просто замечательно. Я поговорю во дворе здания, как, а это тоже к этому относится. Как? Это два здания? А я уже выиграл процесс, уже сумма назначена, а в городской казне не было денег. Как Бог делал? Исполнителя судебного поставил, пристав или как называют. И она прямо ультиматум поставила. Женщина. Если с Лапкиным не рассчитаюсь, там в течение месяца арестовываются все бюджетники. Эти, зарплату никто не получит больше. А тогда в это время было раздрай. И все, и пошло, и пошло, и пошло, и я получил. Все, мировая, возврату назад нету, документы. Это нежилые, перевести в жилые, это такие деньги. Мэр везде, подпись, меня везде бесплатно, бесплатно. А тут и пожарники, и санэпидемстанции, кого только нету. Все в сторону, потому что Владимир Николаевич, уважаемый, мне приглашение в городскую администрацию, он там выступает перед людьми, едет в городе, машет рукой. В один день Бог изменил, что многие молились. И вот чтобы помочь мне здесь, вот сейчас, нужно меня именно в законные рамки, чтобы ввести. А для этого нужна дорога туда. Ну, в общем, дорогу в Потеряевку, новое строящееся поселение мог бы губернатор, но не одним росчерком. Это где-то какие-то проводить. Нам нужен на Потеряевку проект. Уже все утверждено, получили статус, все. Теперь надо, ну, план. Отпускают деньги. Но деньги отпускают, не в руки дают, а переводят с этой организации в проектное бюро. Я прихожу, денег нету. Ходил, 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 деньги поступили. А всего только два квартала перейти. Говорю об Алтайской администрации. Тогда другой был губернатор, кажется, Суриков. Теперь он послом, кажется, Белоруссии, Александр Александрович. Начинают делать. Прихожу в следующий раз. Ну как, тут план, то другое. А денег больше не поступает. Как? Там же отпустились. Я видел, что денег достаточно. Я в краевой администрации. Деньги потерялись. Два квартала пройти. Ходил, ходил, ходил зиму. И так ничего не мог сделать. Отпущены. Ну понятно, что делается в государстве-то. Я перед вами живой. Ну вызовите. Я сколько времени потерял. Бесполезно. Губернатора убрали. Теперь идти заново. Ну мы же отпускали деньги. Понимаете, ничего нельзя сделать. Ничего не. Бога и мамоне нельзя. И все верующие, все крестятся, все ходят в храм. Почему? Президент ходит, и мы должны ходить. Я говорю, а почему он не к баптистам-то идет, а к православным-то? Я вопросы эти все задавал. И ничего не могли сделать. Он должен дорогу провести теперь. Дальше, отпустить средства на лагерь. Теперь он бы выступил так. Ну, губернатор сегодняшний меня вызвал, поговорил. Я ему визитку дал там, ну и все прочее, такое, он навел справки обо мне. Я реабилитированный, действительно начальник лагеря, преподавал в 5 университетах, вел программы, занимал, все время вел занятия в 5 отделах городских милиций, в городском и краевом УВД. Меня все генералы знают. 17 лет в местной тюрьме, все бесплатно. То есть, собрав все эти данные, он мог бы обратить внимание на уйдете. Действительно, но без денег что он сделает? Нужно построить здание. А это уже большие средства. Асфальтная дорога. Средства. Мог бы. В общем так, депутаты могли бы проголосовать. Это большой опыт. Могли бы. Зачем ему это? Зачем? Вопрос-то, зачем, когда столько лагерей закрывается, а мы будем тут какого-то... На меня сразу все патриархии сейчас бросятся и на него, а ему это надо. Все. Наши лагеря тоже почему не отпускают, а этому они даже не патриархийные. Как не патриархийные? Да уже православные. Это зарубежная церковь. А он с патриархом президент. А раз с патриархом, значит и с местным руководством. Это значит, ему надо идти против... То, что делает президент, молится, он не в зарубежной церкви молится, православный, здесь, да никогда. Ему зачем это нужно? Если бы мы были патриархийны, были послушны, ваше величество там святейшее, а я его святейшим называть не могу, потому что человек только может быть святой. Понимаете, сколько всего за этим идет? Дальше, я везде выступал против коммунистов. Меня коммунисты люто ненавидели. На всех конгрессах, на конференциях. Везде выступал и против говорил. И у меня статьи в моем, для слова Божия нету, там показаны. Они меня там самым антисоветчиком таким. А КПРФ действует открыто. Хотя виновны больше, чем нацистская партия СС и прочее. Нюрнбергского процесса не было.
У меня идет суд с ними, когда нападали на детский лагерь. А из них выступает свидетелем Бобров Геннадий, забыл его как-то, Александрович. И он вышел на меня вот так вот. Я сижу прямо, вышли тут суд. Другие, судья сказала, пока что-то там маленько отдых или обед было. Он подходит ко мне, первый секретарь КПРФ железнодорожного района города Барнула. Вот так вот на меня. А со мной сидит, кажется, старейший поэт и писатель Юдалевич Марк Иосифович. Свидетели тоже вызвал. Тут что было? Вот так вот размахнулся, как дал бы, чтобы ты влип в стенку. Я говорю, за что? Он не слышит. Только придем к власти. Вот ваша Потеряевка. Ну, что этот жест означает? Он только придет к власти. И это где? В краевом суде. Как они меня ненавидят? Тут они сразу бросятся на Карлина. Кому вы помогаете? И зачем ему это? И мы молимся, я о Карлине молюсь. Я ему подарил Новый Завет, там книги там отнесли. Но в руках ли они у него, не знаю. С Суриком я встречался с губернатором. Он курил сильно. Я его так стоял, сидел по плечу, похлопал. Даже Александр Александрович, бросьте курить-то хотя бы. Ну, пример-то даете какой-то. Да вот не могу никак. Прокуренные. Бывший коммуняк из коммуняк, как говорят. Вот. Дальше. Мне кажется, что об этом позаботятся прежде всего верующие люди из администрации Алтайского края. Ой, ну понимаете, вот, ну я еще скажу, я на смешке этот человек пришел, меня хвалит. Когда меня хвалят, у меня всегда подозрение, если сильно хвалят, я его черный список заношу. У меня уже были такие, и навсегда расстаюсь. То есть очаровывается, потом разочаровывается, делается самое... Сильные гонители. Поэтому я заранее предупреждаю. Ну, за этим человеком пока ничего не числится. Там два дня еще здесь. И вот он говорит, что верующие люди из администрации. Я в администрации Алтайского края говорил, строим Потеряевку. Я пришел там познакомиться с богатыми людьми. Приходит. И познакомился. Помогли матрасы там, муки дать. Лопатин был Иван Иванович, представитель какого-то бизнеса класса, а у меня там знакомый был давно, работал, ну, хороший, Аксенов Павел Петрович, мы с ним давно знакомы, с Новосибирска. Он был до одно время начальник, вот на работу устраивает, биржа труда, как говорят. И он такой грубоватый мужик, но хороший. А тут стоит перед ним такой человек, я попутно сказать, он, так, что тебе надо сегодня? Я говорю, что надо-то? Хоть бы какие-то тяпки где-то нашли или дали там. И мы, печь русская, вот эти формы где-то надо. А еще что? Муки нету. Я ребятишек в лагерь. Муки надо и матрасы мы соломой набиваем. А этот, который стоит человек, он никуда не стал, сразу повернулся. Так, ты верующий? Ну да. Ты хочешь в аду быть или в раю? Ты что такое-то? Ну, Павел Петрович, я тебя спрашиваю. Так, вот выйди с этим человеком в коридор, узнай, что ему надо. Я тебе ничего не дам, что ты просишь. Тот вышел, а кто вы такой будете? Я ему рассказываю, я говорю, сколько? А сколько вам муки надо? Ну, я ему сказал. Он раз в 5 больше привез. Машину пригнал муки. Я потеряю вкус и снабдил. Так, он говорит, вам что нужно еще? Я говорю, одеяло. И вот это вот одеяло синтепоновое. Тут была Валентина Николаевна Авраменко. Очень хорошая женщина. Он с ней соединился, на тканями торгует. Вот эти синтепоновые одеяла. Сколько нужно? Я говорю, 70. Матрасов 70. Хорошо, а куда завозить? Я говорю, Потеряевку. Ну, конечно, он из Рубцов сказал, матрасы там комками сбились. Новые, но какие-то матрасы оказались, неважно. Ну, он не знал. Ну, он уехал в Москву. Вот бывает иногда вот так все сложится, одно к одному. Я только благодарность. Иван Иванович Лопатин. Дай ему Бог здоровья, Царство Небесное. И вот теперь... И, несомненно, устроить дело так, что Игнатий Тихонович в самое ближайшее время незамедлительно попадет на прием лично губернатору Алтайского края Александру Богдановичу Карлину. То есть он знает, как звать, что... Ну, незамедлительно. Это я люблю, если бы сразу. Сегодня позвали бы, и сказали, пешком. Пошел бы пешком. Для меня это не стыда никакого, нет. Я обычно летом здесь в городе ходил всегда босиком. Босиком. Не в носках, а просто босиком. И по городу шлепаю, в администрации, в краевой прокуратуре, везде. Ну, какой есть в заплатах, такой и являюсь. Так. Хотелось бы верить, что не останется в стороне от этого вопроса «Единая Россия», которая, может, и по аналогичной причине, то есть некого неведения забот людей,
На последних выборах получил в Алтайском крае самый низкий по стране результат 35%. Так они наоборот на меня кинутся. И дальше что? Игнатий Тихонович, Александр Богданович Карын вряд ли позволит кому-либо оставить столь важный вопрос без помощи и контроля. Я ничего не могу на это ответить. А что нужно? Нам нужно одно. Я молюсь о Карине Александре каждый день. Только дай им забвение, чтобы они забыли, что я есть. Вот это самое лучшее, что для меня есть, чтобы они даже не знали, когда обо мне будут кто-то говорить, чтобы даже внимания не обратил. Вот они обратили внимание, коммунисты этого не делали, что сегодня делает администрация. Коммунисты приезжали, спрашивали, смотрели, хорошие отношения, лагерь не прикрывали. Здесь вдребезги, посадить. Она вчера мне и говорит, на вас жалоба была. Я говорю, от кого? Она ничего не знает. Но одна жалоба была. Я говорю, да вы же занимались лжесвидетельством. Полиция выловит ребятишек, узнать адрес, сразу к краю прокуратуры, эти идут к родителям, заберите детей, приезжали и забирали. И говорит, невозможно, угрожает, там на работе что будет, детей отнимем. Это мне пишут, звонили разные-разные люди. Но когда натолкнулись на наших, чьи ребятишки были в лагере, ну, это робот Настя, и она, как с ними говорила, даже у нас пленка стоит, здесь записали, в собрании она выступает. И прокуратура подбивала на лжесвидетельство. Кривая прокуратура. Только в Генеральной прокуратуре могли бы их прищучить, это уголовное преступление. А подпишите. Подпишите, что вот у Лапкина там то и то, там, я не знаю что, ну, примерно, девочек насилуют, у мальчиков органы забирают, перепродают. Ну, что-то в этом роде даже было. Гомосексуализм. Ну, у нас-то ничего этого нету. Нету. Понимаете как? Это нынче, в этом 16-м году все это дело было. И кому я? От прокуратуры мне надо спрятаться. От судебных приставов спрятаться. От Роснадзора спрятаться. Единственное, чему я могу научить, бегать и прятаться. Бегать и таиться, как староверы делали. И мы это делали. И мы сохранили детей. В руках полиции ни один ребенок не был. Всех развез. Я должен транспорт искать, завозить продукты, печь выпекать, ухаживать, сохранять ночью при купании. За этим много стоит. Но они бы не надо ничего этого. То есть он мог бы Карин сказать, так, забудьте про лагерь, его нету. Вы понимаете, что это будет? Мощнейшая организация, которая, на которую реагируют все, и органы печати, и суды, и прокуратура, я про Роспотребнадзор. Пойдет Карлин на это? Да зачем ему это надо? Даже если пойдет, я бы сейчас пошел и сказал, Александр Богданович, вас ввели в заблуждение. Отстаньте вы от нас, скройтесь, вас уберут, завтра сметут. Столько у вас врагов будет. И депутаты против, один день все заменятся, они винтики. Не надо этого делать. Единственное, что я могу просить, чтобы вас Бог сохранил от покушения на вас. Я молюсь каждый день. И поэтому, я не знаю по эти проценты, Единая Россия, но я пришел. Пришел. Здравствуйте. Так, вы что хотели? Меня к нему не допустят, это во-первых. На меня терять время, а мне уделить время надо не две минуты. Там есть у него Ремнева Надежда Степановна, работает она, бывший первый секретарь Центрального района КПСС. КПСС. Хорошая женщина, она помогла мне развернуть все это, когда я судился с ними. Честно, я ей книги подарил. Допустим, я бы сказал, позовите ее, она меня знает много лет. Она все меня подбивала, чтобы я получил кандидатскую, там чуть ли не профессорскую степень, что я преподаю. Я говорю, да мне это зачем? Это... Мне главное, чтобы никто не знал про меня. Я пришел, попроповедовал, ушел. Меня начали копать со всех сторон, то я везде не такой. Конечно, я сын отца, инвалида Отечественной войны. У матери 3 брата на фронте погибли. Никто не судимый. То я как в органах МВД направленный заключенными, годен был. И в армии меня продвигали. Но и все, в этом я еще Бог это не знал, как надо. А сегодня не... Я вот еще один нашелся тут и говорит, надо помочь Лапкину, перфили с Востока, написали Дмитрию Анатольевичу Медведеву сбор подписей. И пошел сбор подписей. В первый же день 2 человека подписались, на следующий 3 и больше никого и нету. Сбор подписей, 3 человека. И выставлено все это официально в интернете. Ну, допустим, Медведев пришел, 3 миллиона за Лапкина, еще...
Что он скажет, Роспотребнадзор не нужен? Или там поставить комментарий, если это верующие, то не трожьте. Они не могут нарушить, как цари персидские, как Артаксеркс. Уже закон изданы, он не, печать стоит, он не может его повернуть назад. Ты видел фильм «Испирь»? Он не может. Они должны только дать другое, что мне разрешается обороняться, и не мешать ему обороняться. Вот как евреям там дали указания. Они не могут изменить закон. Они тоже заложники системы. Мне главное, чтобы они не лезли ко мне. Тогда был первый секретарь райкома партии Мамонтовского района, когда мы начали строиться в Потеряевке. Еще коммунисты в 91-м году были. Еще тот момент какой-то был, они у власти были. Куфаев Александр Алексеевич, кажется, звать его. Он приехал, стройный мужчина такой. Просто у нас хорошие отношения сразу установились. Ребята, вы не дело делаете. Тут инфраструктуры никакой. Вот есть в то время уже 360 сел в Алтайском крае было полностью уничтожено. Вот рядом недалеко Уралики занимаете. Такое-то здесь, мы говорим, это родина наша. Тут ни дорог нет ничего. Я ничем не могу помочь. Пруды все разорвано. Деревья тут выпилены. Мы попросили его, только не мешайте нам. О, вот это я обещаюсь. То есть забыть про нас. И нынче, когда я похвалился, я говорю, приехала, когда Роспотребнадзор, я говорю, а вот Куфаев у нас тут был. Куфаев, а вы еще ничего не знаете? Нет, так он же сидит в тюрьме. Куфаев в тюрьме? Первый секретарь КПСС по Мамонтовскому району, партия. Ну да, а сын у него уже 3 года. Слава Иисусу Христу! Сестра старшая проверяет нас. Да вы что? Я к другому подошел. Да, действительно так. А что? Деньги, которые отпускали на развитие сельского хозяйства, они их присвоили. Речь идет там о миллионах огромных, сотни миллионов рублей. Да не может быть. Куфаев? Я считал это, кого я знал, самый лучший коммунист. Ну вот такое дело. Да что дело? Да уже посадили. Он сидит. Ну, для меня ничего не значит. Мне бы, если допустили, я бы пришел и сейчас поблагодарил за то, что он не мешал. Он не мешал. А он после этого был замгубернатора Алтайского края по сельскому хозяйству. Кажется, у Карлина как раз он и был. И я после этого встречался с ним. Он еще приезжал в Потеряевку. Ну, смотрит, какая деревня. Ну, ребята, я не думал, что у вас что-то получится. Но я вам обещал не мешать. Я выполнил свое обещание. Нормальный такой голос у него. И сына уже, Юрий, уже 3 года отсидел. Он тоже какую-то должность занимал. Вот как дела-то меняются. Но для меня он остался прежним хороший человек. Ну, воровал. Понимаете, я про это не знал. Он для меня хороший тем, что не задушил меня. И он не помог, ни рубля не дал. Никак. Но он, видимо, кто-то там на меня, когда на нас рыпались, он, да, ребята, да бросьте вы это. И он даже сделал в свое время следующее. Собрал директоров школ, глав администрации, там кто они есть, и приехали 1 или 2 автобуса привел, еще где-то в 89-м году, показать. И выстроились эти люди, пришли, толпа просто. И он говорит, вот я ознакомился, лагерь такой здесь, вот я привез вас сюда, посмотрите, вот что у них построено. А там что построено? Там качели, да эти кельи. И они ни рубля не просят у государства, никогда. Почему у нас все время с протянутой рукой? Все осмотрел, а сколько у вас людей? Я говорю, не знаю, каждый день приезжают, уезжают. Как-то за раз только 72 человека с поезда сошло. В колокол ударили, а колокол рынный висит. А у меня штукатурка тут идет, прибежали девчата. Маленьких было мало, там человек 10, а остальные уже невесты. Ребята из армии приехали, 100, только ударил колокол, бегут, стали в строй девушки. Вот это дисциплина. Они замазаны в глине, так штукатурят, как плететь, это создать-то. И с одной стороны парни, а с другой девушки. Ну, глину-то бьют, она на них там отлетает, они друг друга вымазали. Ну, интересно им, смеются. И он это все помнил. Вот для меня он хороший человек. Правда? Видите, как получается. Если бы вот он пошел теперь, Карлин, навстречу, я бы в первую очередь предупредил его. Ну, а может он как-то переломить обстановку? Да, понимаете, не знаю. Вот никак. Вот мне, допустим, кто-то захотел бы сейчас повысить пенсию. Но я работал на такой работе только в неведомственной охране своего района, железнодорожного. Никак не сделаешь. Они сделали по закону, у меня низкая пенсия. Я работал на корабле, там в Латвии, там другая страна. У меня ничего нигде нету. То нельзя было. Но они мне устроили такую жизнь.
Они не давали мне работать, я прораб, меня везде гнали. Они бы сказали, да, действительно так, это человек репрессированный был, теперь получил реабилитацию. Давайте пересчитаем туда, поможем ему в Латвии там найти и проще как-то, ну, поставить по закону, ничего не нарушают. А ну, 6500 рублей сегодня. Уголь привезли сейчас, я не знаю. Володи нету сколько. Он за то на 2600 или сколько? 16 тысяч. Ну, еще две, сколько вчера, две машины привезли? 4 машины по 4 тысячи. 16 тысяч. А то я что, 3 месяца не должен ни пить, ни есть. Еще привезти надо. Только это, а электричество, там вывоз мусора и прочее. Это в своем я уже доме живу. Это мой дом. Вот так. Ну и что вчерашний день события были? Вот события такое, что они написали мне письмо. Я только что получил его. 14-го, вчера 15-го я уже пришел. И они запомнят меня и там что-то будут делать. Никогда. Но для нас важно, что эта организация очень важная. Там работал у Леська профессор Валерий Викторович, а он был у ректора технического университета ученый-секретарь, профессор. Ой, с какие он истории рассказывал. Я ему верю везде. Он был в Потеряевке, это видел. И здесь, что Потеряевку не закрыли школу. Нам главное, чтобы только не мешали. И они здесь так сделали. Тут главный редактор губернской нашей газеты Шевчук Ольга Николаевна, она тут работала в этой организации. Ну, почему-то они ушли. Управление по печати, по образованию. Что они для меня... Школа Потеряевки, главная артерия. Вот если школы нету, ну и вопрос сразу снимается. Потеряевка просто будет дача пенсионеров. Молодым как селиться, когда дети. Помолиться, попрошу всех, чтобы школу сохранили. Детей мало, надо, чтобы приезжали с детьми. Вот это, вот отсюда что происходит. Ну вот у нас что здесь? Вот я тут сегодня тоже немножко выставил. Мой мир. Очень любимая мной система. Вот на Деяния апостолов мы каждый день ставим. Еще два. Ну это вот наш визит. Тут еще не два уже ролика перенесли сюда. Да, вот мой мир. Вот сюда заходите. Тут про книги спрашивают, переписываются хорошо, легко. И вот это православный форум Игнатия Лапкина. Вот тут 1603 темы. Очень богатые на все вопросы. Вот сюда вверху написано новое сообщение. Ткни на первой странице. А здесь общий поиск. Ткни, рамочка выйдет. А это что у меня там? А вот это вот идет. Это мне фактически не попасть туда. Я вижу, что две рамки. Ну вот что здесь показать. Вот сегодня интересно за ночь почему-то увеличение посещаемости. То ли вчера это сдвинуло как. Вдруг 375 было, и вдруг вчера 508. Это солидно для нас. 508. Давно не было 508. Несколько месяцев. Неужели это посещение администрации так сыграло такую роль? Ну вот и дальше у нас что есть? А что вот это? Мой мир, а зачем он сюда? Ну и показать видеоканал. Вот наш видеоканал. Православный видеоканал. Могу сказать, что посещение у нас. Сколько просмотров? 4 693 5568. Видите, маленькие люди посещают, все-таки приходят. Вот это самое это. И самый большой ресурс у нас. Православный библейский сайт. Во свете Библии. Во свете Библии. Мы тут, когда утром даем что-то, то я делал тут какое-то здесь на букву Р рождение. Вот видишь, сколько уже. Давай-ка еще вопрос прочитаем. Какой? Вопрос на 1491 из пятого тома. Пятый том открытым оком. Так, вопрос. Понятие о духовности у всех разное. Есть ли какой-то определитель, чтобы можно было сказать, что и ты тоже не посторонний, и что у тебя есть продвижение вперед, что твоя духовность растет? С чем так, это можно обнаружить? Вот я смотрите, как сделаем сейчас. Мелкие, наверное, буквы снимать очень трудно.
Ну, я делаю так. Вот там выдал, Ctrl, здесь Shift нажал. Вот все, теперь Ctrl-S. Ctrl-S это означает скопировал. Сейчас посмотрим, как это делается. Ctrl-S. Теперь открываю Word новую страницу. Ставлю курсор и Ctrl-V. Вот оно где. Ну, а теперь Ctrl-A. Заактивировать все. Смотрите, как это все делается. Это чтобы вам было там виднее, лучше. Все. Двадцатка. Мало того, могу сделать черным, жирным. Вот такое дело. Ну и посмотрим, как теперь это отвечать будет. Ответ. Отвечал уже не раз, что такого термина «духовность» Библия не знает. Это придумал Горбачев. И, как думаю, не без подсказки от патриарших номенклатурщиков. Представьте, я так говорю о высшем церковном начальстве. Ну, будут ли они за меня? Но я отвечаю, что правду говорю. Совсем неверующий. Сколько встречаюсь я, то нам Бог дал просто такого сейчас митрополита, ну, хорошее отношение, и видно, что Бога боится человек. И то я могу говорить только по сегодняшний день, потому что его могут и убрать, уже жалуются за то, что он к нам хорошо относится. Это вещь неслыханная просто. Священное Писание конкретно говорит о человеке плотском, то есть о мертвом, о согрешившем Адаме, о его отпрысках и о духовном, о том, что человек получил иное рождение от вышних, что он теперь стал свой Богу, и участь его с духами праведных. 1 Коринфянам 15:47. Первый человек из земли, перстный. Второй человек – Господь с неба. Римлянам 8:13. Ибо если живете по плоти, то умрете, а если духом умерщвляете дела плотские, то живы будете. Жизнь человеку дана, чтобы преобразиться в духовного человека, быть приготовленным к вечности со Христом. 1 Коринфянам 15:48. Каков перстный, таковы и перстные, и каков небесный, таковы и небесные. Каков перстный? Он думает о земном, о том, как безбедно прожить здесь, на земле, как прокормить и устроить родных. Это меня в университете спрашивают вопросы, я отвечаю. Духовность. Сейчас часто говорят, нет этого слова в Библии, не употребляйте его, это обман. Духовного нет, вот только можете. Перстные, таковы небесные, вот оно где. Думать об этом надо. Все о земле для земли, а небесном у него программы нет. Отсюда и воровство. О. Да и как бы тому ни быть, если ничего за гранью гроба вообще и нет. Надо жить сыто, тепло и красиво, в удовольствие. Удам членам тела давать волю. Согрешившему человеку Бог дал лекарство, труд. Труд серьезный, до пота и в поту. Я вчера сказал, я говорю, вы здесь сидите как паразиты на теле государственном пироге-то. Присосались и ничего же не даете. И, ну, хоть маленько сказал. В работе глупости с трудом пристают к человеку. А достать можно через труд много, и будешь сыт. И жена будет трудиться, рождая, с опасностью для жизни. Бытие 3.16. Жене сказал, умножу скорбь твою в беременности твоей. В болезни будешь рождать детей, и к мужу твоему влечение твое. И он будет господствовать над тобою. 1 Тимофея 2.15. Впрочем, спасется через чадородие, если прибудет в вере и любви, и в святости с целомудрием. Вот условие какое для материнского. Теперь кто рожает-то там, посмотрите. Законные и незаконные дети. От законного венчанного мужа, или так говорится, со стороны. Со стороны про таких детей написано, дети суть свидетеля разврата против родителей на суде Божьем. Жена будет выведена, будет сделано исследование. Я не против чего-то, но я говорю Писанием. На меня зачем нападаете за это-то? Тут один человек только назвал, что женщина без законного мужа, нажившая детей, она Б. Назвал, так за это слово-то ухватили, оно слово-то церковное. Если человек пустословит, то по-церковно-славянски бледословит. Это просто надо знать. Да. Но враг научает иным путям, чтобы не потеть. А потому таким нужно добывать это у того, где уже кем-то добыто, с потом или утащено неправдой, у того, кто потел над этим материалом. Остальное, что не трудом твоим добыто, воровство и грабеж.
Плотское насилие над духом. Вот я вчера говорю им это. Ну и что? А сколько таких в администрации? А пойдите, да там в администрации проголосуют. А я им говорю, у нас Потеряевка строится, и там, чтобы человек, который думает поселиться, должен соответствовать 5 качествам. Не лжет доказать, не пьет, не курит, не матерится, не ворует. А мне и говорят они там, женщины сидят, засмеялись, говорят, так у нас тут в краевой администрации Алтайского края нет ни одного такого человека. Мы все лжем, статистика лжет, мы знаем это где-то. Женщины матерятся, там, мужчины курят. Вы такие условия ставите, что к вам никто не приедет Потеряевку. Вот и все. Притом говорят эти люди, которые к нам расположены, смеются, хохочут. Рожденный свыше, отдавшийся водительству Духа Божия, духом проницая в суть Писания, склоняется к подчинению сказанному Богом и тому научает всех, кто входит с ним в общение. Вот смотрите, допустим, мы как-то оставляли тут одну, один и говорит, я закончил семинарию духовную, академию, мне это сильно помогло. Я спрошу, я научился так врать теперь, что и сам верю, что все говорю. Вот такое-то неинтересно. Вот это то, что я говорю, вот здесь это не Иосифов, не который там выступает, знаменитый выступает, говоруны, священники, ни один этого не скажет. А простые слова говорю, я скажу, не скажет. Он говорит, у него уже вмонтировано, вот это шибер стоит. Правда, но нельзя говорить, меня уберут. Он уже разделение имеет, в мозгах имеет, бесстрашие. И ни одного нет подражающего Иоанну Крестителю. Чтобы увидел этим депутатом, сказал, как есть. Дальше. Плотской же человек думает обо всем с позиции выгоды земной, наседая на удовольствие и безбедность, на богатство и на болотно тихую жизнь. Его благоутробие готово в три погибели пред епископом скрючиться, чтобы только тот его не спихнул на другой приход. Понимаете, скрючиться, бояться епископа, а Златоуст говорит, никого так не боюсь, как епископов. Ну вот это он скажет кто-то там, ну кто там, Осипов, я уж беру, которых я знаю, по порядку перечисляйте всех там, выступает-то. Я их и знаю. Я их слышу, смотрю, мне ролики ставят, не скажут никогда. Покаяние будут звать. Но дальше-то нельзя, его выгонят сразу. Я это говорю не где-то, я в университете это говорю. У таковых крестоносцев нет ничего духовного. А есть лопотание духовности. Вот представьте, а я это говорю-то это здесь о митрополитах, об епископах, об Осиповых. Ну, кто там есть, этот Ткачевый, считаю, Головин там выступает. И, ну, много там, которые есть, я знаю, которые слушаю. Хорошие батюшки, но они ни шагу не шагнут против этой системы, в которой находятся. Системы. В их представлении это строительство храмов. Обязательно нужны их храмы. Храмы, иконы, благоукрашения, богослужения. Это артисты с широкими рукавами и камелатками из верблюжьего волоса. Утробы сотленные. Ну, представьте, такие слова я говорю. Ну, а чем можно объяснить? Ну, тем, что, ну, дурак. Ты вообще говоришь, говорит, ты думай маленько, тебе до дома не дойди. Ты знаешь, что церковная мафия самая страшная, самая безжалостная. А кто это говорит? В «Комсомольской правде» написано. Вы еще не знаете, что взрастили, какого монстра. Это говорится о патриархии. «Комсомольская правда». Они потеть не будут, чтобы идти в мир и проповедовать. Им бы митру добыть, звание архимандрита и встать в очередь за епископской панагией. Плотской помышляет о смерти. Римлянам 8 глава 6-7 стихи. Помышления плотские – суть смерть, помышления духовной – жизни – мир. Потому что плотские помышления – суть вражда против Бога, и закону Божию не покоряются, да и не могут. Не покоряются Божьему повелению. Ни патриарх, никто не пойдет на то. А это плотское, да что будет-то? То часы его там, что я никогда на это не смотрю. Как живут богато, не богато. Ему так нравится, пусть живет. Но ты взялся вести людей в рай, проповедовать, говорить, быть смелым. Ни один согнувшийся, трусливый в рай не попадет. Участь боязливых в озере огненном. Я это понял буквально в первый месяц, когда дочитал до конца Новый Завет. Участь боязливых в озере огненном. Я тогда сразу вышел, капитаны кораблей, всем сразу завозвестил. И сразу, дурак, карьеру всю испортил. Посмотрите на зрелище, когда всюду проповедуют в кавычках о возвращении традиций народных, что они достигли своей духовностью этого. Вот идет многотысячный крестный ход
на прорубь на крещение. И тут снимают операторы эту сверхдуховность, как епископ на коленочках крест велюжистый окунает в воду, а его маститые, прото- и митроносные с отверстиями с двух сторон опекает, чтобы пав шапочка его из украшенная в воду не плюхнулась. Чтобы сам он игрушечки свои не порастерял и не утопил на речном дне. Понимаете как? Патриарх говорит, пришли эти игумени, сбор игумен, нынче он говорил, в этом году-то, погремушки, убрать это все, возьмите деревянное. Это знак, он как-то ревнует, что нам можно, а им нельзя. Так и тебе-то никто не давал права это. Кресты по ноге и там. А что это означает? На крещение, вот я говорю, крест велюжистый, что? А он вот так изверченный крест. И рисует так, к центру уже, а тут шире. Это масонский знак. Никакого отношения ко кресту не имеет. И на ризах у священника, посмотрите, как нарисованы лепестки, креста нету. Ну сделайте прямоугольный вот так, четыре крест, и все. Даже с отломанными краями ровные стороны были на свастике. Креста-то нету. И на храмах, посмотрите, что все наворочено, наворочено. Правильные кресты у старообрядцев. Прямой крест, и такие есть и у новообрядцев, но не везде. Вот я вижу, как он стоит и как охраняет, шапку поддерживает. Ну еще раз прочитай. Вот идет многотысячный крестный ход на прорубь, на крещение. И тут снимает оператор эту сверхдуховность, как епископ на коленочках крест велюжистый окунает в воду. А его маститы протометроносные с отверстиями. Что значит отверстие? Отверстие это не думайте, что что-то как-то гомосексуализм-то. Нет. Ему дают разные награды. Вот палится, ну как, защищаться где-то. Это вот у него здесь вот тряпочная привешивается, подручник. И все по порядку поднимает там его. И, наконец, прото, там, архи, вот это все придуманное, степени там. И самое последнее, может служить с отверстиями царскими вратами. Это высшая награда. Ну а как? Ну, он когда пишет и говорит, там, я такой-то, орден такой-то имею, могу служить с открытыми царскими вратами от отче наш или до отче наш. Представьте, это сколько слов. Они там просто пишут с отверстием. Ну, вот понимаешь, нет. Ну, едут, большие машины были отданы это в России. Так вот, член правительства, ну, их считали, назвали членовозы. Членовозы. Да такой членовоз у патриарха. Я как-то решил ему письмо подать, патриарху. Как помню, это Пимен был тогда еще. Ну и все-таки Елоховский собор, у меня письмо о том, что делается в церкви, священники не учат, а около него стоят там такие диаконы мощные. Ну и вот так я подхожу, и у меня письмо в руках, я под кресто подошел, и вот так вот, я никак не ожидал этого. Я вот так вот ему раз, и в руку письмо. А этот, который рядом стоит, я вообще-то не больной человек, я на стройке работал. Он вот так вот меня, он даже не ударил, еще у меня вот так вот в сторону. Я туда к бабушкам улетел. Я ничего и не понял, и письмо, правда, в руках у меня осталось. Почему? А он когда едет, говорит, как Зоя Крахмальникова говорила, только можем колесам его членовоза кланяться. Даже не членовозу самому, а колесам. Вот какое дело-то. Дальше. Значит... С двух сторон опекают. Вот это вот так. Метроносный с отверстиями с двух сторон опекают, чтобы шапочка его изукрашенная в воду не плюхнулась, чтобы сам он игрушечки свои не порастерял и не утопил на речном дне. Представь себе, это я в университете отвечаю, там не знаю, или по радио, или что, как они на меня реагировали-то? Идиллическая картинка для пасторального романа. Вот и все. Вот это одно мне, даже... Даже вот эти вот слова, они мне никогда не простят. Я не люблю даже иностранные слова где-то уже. Ну, тут никак не приходится. Что тут есть евангельского? Что можно сравнить со Словом Божиим? Что из этого нужно духовному человеку? Это все артисты маскарады устраивают для отвода глаз. Бездельники-мертвецы через воду в вечный огонь дорогу мостят миллионам своих жалких прихожан. Не прихожан. Прохожан. Прохожан. Заходит и уходит. Ага. Привязанность к плотскому и есть лучший показатель, что духовное еще и не начиналось. Ему просто негде умещаться в душе. Да не можете служить Богу и мамоне, не можете. Сначала нужно оторваться от тяготеющего культа преклонения перед массовостью.
потрудиться до пота, изживая себя страх, трусость перед духовными вождями, не ведущими народ по Библии, и отрешиться от корысти, и во всем труд полагать в основу исправления души. Да. Не тысячекратным повторением Иисусовой молитвы, достигая биения сердца в ритм слов молитвы, как мантры, но внутренним духом, любя утерянное прародителями, блаженство общения с Творцом. Филиппийцам 2:5. Ибо у вас должны быть те же чувствования, какие и во Христе Иисусе. 2 Петра 1:8. Если это у вас есть и умножается, то вы не останетесь без успеха и плода в познании Господа нашего Иисуса Христа. Что мы здесь сделали? Вот смотрите, мы один вопрос ответили. Это один мой вопрос, который мне задавали. Ну давай еще один прочитаем. Так сразу скопируем или как его? Да, ну прочитай сначала. Вопросы 1870, 7 том. Значит, лучше, когда я копирую? Ну, камеры-то точно лучше, да и мне удобнее. Ну, дальше, ну давай, ну прочитай здесь его. Почему ни один из апостолов, возродившись свыше, получив благодать Божию для служения Богу, не истязал свое тело? И как это могло статься потом так, что без этого самоистязания спасение уже не мыслилось? Привлекли к спасению и зверей, и гадов, и насекомых, чтобы себя отдать им прежде мук адских на съедение. Такого нет во всей Библии. И как Бог на это посмотрит? Вот теперь открываю. Посмотрите, как я копирую, протягиваю дальше. Это один вопрос. Теперь нажимаю на Shift, и в конце курсором тюк, и все, теперь Ctrl-S. Скорее сворачиваю. Это тоже сворачиваю. Открываю страничку в Word, делаю полноэкранный, Ctrl-V вставляю, Ctrl-A активирую полностью. Здесь выделяю, какое мне нужно, 20. 20 все, ну и сделаю еще жирным. Нет, наверное, вот жирный где. Все. Вот это один вопрос. Как на это отводить, как теперь, легко снимать. Ну. Это удобнее так, Василий? Да. Вот ответ. Как Бог на это посмотрит? Ответ. Можно прочитать любимые монахами и всеми верующими книгу Псалтирь. Там уже дан им ответ. Псалом 118, 113 стих. Вымыслы человеческие ненавижу, а закон твой люблю. Я в первый раз, когда читал Псалтирь, я сразу его ухватил и сразу запомнил. Эта эпиграфа является на нашем сайте. Одновременно и ложь, и ненависть. Вымыслы человеческие ненавижу. Я должен узнать, что это не божественное, не соборное, не жизнь. Ненавижу. Закон твой люблю. А во вымысле ты не можешь ненавидеть, потому что закон Божий не знаешь и не любишь. Для меня вот это эпиграф жизни. Эти кровавые экзекуции над своим храмом телом яснейшим образом свидетельствуют, что монахи эти ничего не знали о благодати, дарованной в крещении Господом Христом. О той чудной победе над грехом. Вот это все в моих книгах написано открытым оком. Это мои занятия в школах, университетах, техниках, в милиции, прокуратуре, на радио, везде. Эти бумажки сохранились, и я даю ответ. Это мои ответы были общенародные. И эти их попытки на болотах приравниваются к попытке вытащить себя из трясины за волосы своей плешивой головы. Вот как. Представь себе, за волосы плешивой головы. Мне пишет, говорит, ну, говорит, юморной старик. Я согласен совсем, но стариком меня не называть, я не старик. Они как-то в старости. Юны, говорят. Сочны, плодовитые. Да, вот и все. Вот плод. На каждом болоте нужно было написать плакаты с таким текстом. Вот таким. И тогда монахи бы уже не гнулись на этих топких и гиблых местах. Ну вот этот Матюшин там, отец Ромен стонет все время. И там ему на болоте построили, и вот удивляются. Дальше. Римлянам 7:24. Бедный я человек, кто избавит меня от всего тела смерти? 1 Коринфянам 15:57. Благодарение Богу, даровавшему нам победу Господом нашим Иисусом Христом. Этот путь совершенствования русские не сами придумали. Антоний Печерский, Феодосий и другие ходили неоднократно в командировку на Афон и в другие заграничные монастыри, и оттуда перенимали, поднабирались опыта. Этот опыт реанимации мертвеца. Ну, представьте себе, я о монашестве говорю это, но они тогда должны понимать. А мы реставрируем человека, патриарх Алексей II сказал, ну, значит, Бога не знал. Как можно? Вы все мертвые по преступлениям. Мертвые. Понимаете, мертвые. Во Христе, говорит, оживает человек, только во Христе.
Мы все по преступлениям мертвые. 2:5 к Ефесянам говорится. Сын мой был мертвый, жил. Его нельзя реставрировать. На этом и стоит ныне все православие. Не согласились с оценкой Божией, что человек сам по себе мертв, и его этими, в кавычках, подвигами ни на йоту не приблизить к оживлению. Надо было признать свое поражение и довериться Христу, который и дарует жизнь вечную, и новый дух вложит в воскресшую и обновленную жизнь. Ефесянам 2 глава 5, 8-9 стихи. «И нас, мертвых по преступлениям, оживотворился Христом, благодатью вы спасены». Ибо благодатью вы спасены через веру, и сие не от вас, Божий дар, не от дел, чтобы никто не хвалился. Ну вот теперь я показываю жития святых. Это 1173 биографии. Надо знать, в каком житии, в каком месте. А вот у Серафима это 51 страница в книге. Вот как раздули биографию. А апостолы, Петр и Павел вместе, кажется, 26 страниц на двоих. Серафим Саровский, 2 января. Для удобрения земли он ходил в жаркие летние дни на болотистые места за мохом. И так как он входил туда, обнажившись и лишь припоясав чресла свои, то комары и другие насекомые, кишевшие над болотом, жестоко уязвляли тело его, так что оно часто не только опухало, но даже синело и запекалось кровью. Но подвижник Божий добровольно терпел эти мучительные язвы Господа ради, и даже радовался им, потому что, как говорил он впоследствии, кавычки открытые, страсти истребляются страданием и скорбью, или произвольную, или посылаемую промыслом, кавычки закрытые. И потому для совершеннейшего и надлежащего очищения души принимал на себя произвольные страдания. Вот промысление, промысл, Гитлер пользовался часто этими словами. Но надо их правильно объяснять. Вот смотри, надо и Господа ради. И он знал, где это, Павел делал это или кто-то. Да если ты будешь проповедовать, тебя будут гнать, за ноги вытаскивать. Убивать будут. Вот ради Господа где? Где это? Хоть один апостол это делал, чтобы на болото ходил. Он Серафим-то не знал этого. Это что означает? Означает одно, что не знал Евангелия. Хотя носил в котомке, плавал в Евангелии. Макарий Александрийский, 19 января. По старому стилю. Это же... Дальше кавычки открываются. Здесь я ничего не добавляю, просто копирую. Так, голодая, Макарий прожил 3 года, съедая в день только по небольшому куску хлеба. Равно так же и воды выпивая такой же мерою. Масло же для пищи он употреблял 1 секстарий на целый год. Однажды, желая в конец побороть сон, он не входил под кров кельи в течение 20 дней и ночей, а пребывал около нее днем под палящим зноем, а ночью дрожа от холода, употребляя при этом все усилия, чтобы не заснуть. Вот видите, как надо придумать, это целая система. И как входил он под кров кельи в течение 20 дней. Нет, и как? Один. Вот он, где. И как впоследствии сам он рассказывал, для назидания других от такого подвига высох его головной мозг. Если бы он еще дольше не вошел в келью и не уснул, то сошел бы с ума. То есть, видите, на пределе. И кому это надо, никто не говорит. Преподобный при всем да прибавлял, кавычки открыты. Насколько я имел силы, я одолел сон. Но человеческой природы, требующей сна, я не был в силах одолеть. А потом и должен был повиноваться ей. Вот и все кончилось ничем. Покорился природе. Бог так сделал. Сон. Возлюбленному своему он дает сон. Однажды преподобного Макария стал весьма сильно искушать бес любодеяния. То есть жениться охота. Для того, чтобы преодолевать всего врага, Макарий решил в течение 6 месяцев нагим сидеть в скитском болоте, находящемся в далекой пустыне. В нем было множество таких больших комаров, как косы, которые могли прокусывать даже кожу диких вепрей. Диких кабанов, невероятно. Комарами этими преподобный был так сильно искусан, что некоторые думали, не в проказе ли он. Когда же он после 6 месяцев вернулся в свою келью, то только едва по голосу узнали ученики, что это и Хава Макарий. Вот так. Но святой Макарий и вторично осудил себя на такое же истязание от комаров. Случилось это после того, как он однажды убил на своей ноге сильно его беспокоившего комара, из которого вытекло много крови. Он говорит дальше. После сего он раскаялся и стал укорять себя как убийцу и мстителя до тех пор, пока не отомстил сам себе, отдавшись нагим для уязвления комаров. Вот как.
Вот Зосима, братья Карамазов, об этом говорит, что монахи любили они вот, придуряться, выкамуривать все это. И преподобный Макарий пребывал в этих кельях в темноте во все дни Святой Четыридесятницы. Одна из его кельи была тесна настолько, что в ней нельзя было протянуть ноги. Вот как. Вот это здорово вообще. Вот сегодня, если люди этим довольствовались, и строительство прекратилось бы. Макарий Египетский, 19 января, кавычки открыты. Придя туда, я нашел громадное болото, посредине которого увидал остров. В это время пустынные звери пришли, чтобы напиться воды. Среди зверей я увидал двух ногих людей, и все тело мое затрепетало, ибо я подумал, что вижу бестелесных духов. Увидав, что я очень испугался, люди эти сказали мне, кавычки открыты, «Не бойся, ибо и мы такие же, как и ты, люди». Тогда я спросил их, «Откуда вы пришли в эту пустыню?» «Мы из Кеновии», — ответили они. То есть Кеновия — это общежительный монастырь. Посоветовавшись друг с другом, мы решились прийти сюда. И вот уже 30 лет, как мы ушли из обители. Один из нас египтянин, другой ливиянин. Понятно. И как было не возникнуть мусульманству? Ужас какой. Об этом Андрей Кураев говорит. За 6 столетий не послали ни одного Кирилла и Мефодия. Иринах Ростовский, 13 января. Кавычки открытые. Стоя в церкви, он ни с кем не разговаривал. Во время чтения не садился, а всегда выстаивал на ногах, как твердый камень. И никогда не выходил из церкви до отпуска. Услышал Ренар, что в Ростове стоит на правеже от взаимодавцев один христолюбивый человек. И захотел выкупить всего человека с правежа. То есть его привязывали, он должен был, кому-то должен был. Ну и да, кому он должен, те подходили, рядом палки лежали, палкой его били. Протопоп Авакум говорит, что сапоги кровью наполнялись. С этой целью он босой пошел в Ростов. А в то время был лютый мороз. Отошедший от монастыря 8 верст 7, иринарх отморозил у ног пальцы и от стужи вернулся в монастырь. Да. 3 года он проболел ногами, на которых образовались раны, текла кровь. Но и в болезни он не оставлял своего правила и по-прежнему трудился для Бога. Это как, не садизм, самосадизм, а? Это как понимать? Мазохизм? Это храм Божий, тело храм. Отпали пальцы, то другое, иринарх. Дальше. А в это время он носил уже на себе железо тяжелое и на ногах путы. По зависти дьявольской один из старцев по имени Никифор подошел и сказал строителю, кавычки, «Зачем ты принял старца? Ведь он игумена не слушает, в ветхих и худых ризах и босс ходит, и железо на себе многие носят». Но строитель Варлаам своим посохом отстранил этого старца, действовавшего по навету дьявола, и принял вновь иринарха в монастырь с радостью и дал ему отдельную келью. То есть, если кто-то говорил по Евангелию, что все это от дьявола. Семен Столпник, 1 сентября. То есть, о чем говорили о монахах, теперь я беру из житей святых. Кавычки открыты. Прибывая в Лавре, блаженный Симеон пошел однажды в колодезю, чтобы почерпнуть воды. Взяв веревку, отчерпала, очень жесткую, сплетенную из пальмовых ветвей. Он обвил ею себя по голому телу, начиная от бедр до шеи, так крепко, что веревка врезалась в тело. А ему мальчишка был, ему лет, может быть, 12 было. Прошло 10 дней, и тело его загноилось от ран, а в ранах этих кишело множество червей. Братья стали жаловаться игумену. «Откуда привел ты к нам этого человека? Невозможно его терпеть. Смрад от него исходит. Никто не может стоять рядом с ним. Когда он ходит, черви падают с него. Постель его также полна червями». Удивился игумен, услыхав об этом, но убедившись, что все ему сказанное справедливо, спросил Симеона, кавычки открыты, «Скажи мне, чадо, почему от тебя исходит такой смрад?» Но Симеон, потупив свои взоры, стоял перед игуменом молча. Игумен разгневался и повелел силой стащить Симеона верхнюю одежду. Тогда увидели, что обывшая на нем лосяница вся в крови, а в тело врезалась глубоко до самых костей веревка. Представьте, вообразите. И игумен, и все с ним бывшие пришли в ужас, с великим трудом. Едва могли снять Симеона эту веревку, так как вместе с ней отрывалось изгнившее тело. Симеон же,
терпеливо перенося эти страдания, говорил: «Отпустите меня, как пса смердящего. Я заслужил эти страдания за грехи мои». Мальчишка, то есть веры во Христа никакой. Что благодатью вы спасены, даром дается Бог. Говорит, даром. Ой, как православные вот это чтят, это святой, особенно чтивый. Как он стоял на столпе, как мерз, как превращался в сосульку. Дальше. «Тебе еще 18 лет только, — сказал ему игумен. Какие же твои грехи?» «Отче, — отвечал Семен, — пророком сказано, — Псалом 57 стих, — вот, я в беззаконии зачат, и во грехе родила меня мать моя». Услышав такой ответ, игумен изумился рассудительности Симеона и удивлялся, что такой простой юноша мог так глубоко проникнуться страхом Божиим. Он стал, однако, убеждать его, чтобы он не делал себе таких мучений. «Нет никакой пользы, — говорил он, — начинать то, что выше сил. Довольно для ученика, если он будет таким, как его учитель». Много времени прошло, пока зажили раны Симеона. Но когда Симеон выздоровел, игумен и братья снова заметили, что он, подобно прежнему, изнуряет свое тело. Тогда, боясь, как бы другие, более немощные, не стали подражать ему и не сделались бы сами виновниками своей смерти, игумен велел Симеону уйти из монастыря. Оставив монастырь, Симеон долго странствовал по пустыне и по горам, пока, наконец, не обрел безводный колодец, в коем обитали гады. Спустившись в сей колодец, Симеон стал там молиться Богу. Спустя некоторое время после сего игумен увидел ночью видение, будто множество народа с оружием и свечами в руках окружили монастырь и восклицали: «Где Симеон, раб Божий? Покажите нам того, кто так благоприятен Богу и ангелам! Если же не покажете нам его, то сожжем вас и весь ваш монастырь. Симеон выше вас всех, и много чудес через него Бог сотворит на земле». Видите, какая, что пишут. Было это, не было, не проверить, ничего нет. Кто эти воины? Ангелы или демоны? Откуда это мироточение? Вот эконом Софиан, там другие теперь показали. Не нечистая ли сила над нами смеется? Вскоре он встретил пастухов, пасущих стада овец, и, спросив их, узнал, что Симеон находится в пустом колодце. Поспешив к сему колодцу, игумен стал звать Симеона: «Здесь ли ты, раб Божий?» «Оставьте меня, святые отцы», — отвечал Симеон, — «только на малое время, пока не предам я дух свой. Изнемогла душа моя, ибо прогневал я Господа». Но иноки насильно извлекли его из колодца и привели в монастырь. Прожив здесь немного времени, блаженный Симеон тайно ушел из монастыря и стал опять скитаться в горах и пустыне. Только не на проповедь, везде. Главное, что у них было, только не пойти на проповедь, на то, что сказал Христос. «Обречете силу и свыше, будете мне свидетелями». 1:8 Деяния апостолов. Последние слова Евангелия от Луки написаны. Ничего не знают. Это новая религия была изобретенная. Религия смрада, истязательства, мазохизма. Он привел себе на память, как Моисей и Илия постились 40 дней и пожелал испытать и себя таким же постом. В это время пришел Таланисус, епископ той страны по имени Вас, обходивший церкви по городам и селениям. Услыхав о блаженном Симеоне, епископ пришел к нему. Симеон стал умолять его, чтобы тот запер двери его кельи на 40 дней, не давая ему никакой пищи, но епископ не соглашался. «Не подобает, — говорил он, — человеку убивать себя безмерным постом, ибо сей скорее грех, чем добродетель». То есть иногда мысли повелялись у них, что так делать нельзя. Но общее мнение было такое, Евангелия не было вообще. Пробыв 3 года в своей тесной каменной келье, Симеон зашел на самую вершину горы. На вершину горы, блуждал по пустыням, считаем, где-то в колодце, но только не идти людям не говорить о Христе. Ну от кого это? Где любовь-то? Какая любовь-то? И чтобы не сходить отсюда, он взял железную цепь длиной в 20 локтей и одним концом ее оковав себе ногу, а другой конец приковал к горе. Во как! Как реки стекались к Симеону различные народы и племена. Он изобрел. Он небывалый способ избавиться от суеты людской, для того, чтобы приходящие не могли касаться его. Умыслил он построить столб и стоять на нем. После высота столпа доведена была до 20 локтей. 10 метров. Выше моей голубятни. 9,60 у меня только. А затем и до 36. Ну, это уже вообще. Претерпевая страдания, летом
мучимы, мочимы дождем, и полимы зноем, а зимой терпя стужу. Ограды эти сооружены были приходившим народом из сухих камней. Такие огражденные места назывались мандрами. И так как в них поселялись желавшие подвязаться под руководством преподобного Симеона, то он называется архимандритом. Вот мандр — это стена, а это архимандрит. Вот если кто не знает, Симеона жития прочитай. И дальше, кто об этом говорит? Домете 7 августа, кавычки открытые. Войдя здесь в один монастырь, он принял святое крещение, а затем облегся во иноческий образ, беспорочно проходя подвиг постнической жизни. То есть уставы строгие были. Нигде в уставах Евангелия не упоминается, вообще его нету. Это новая религия. Да, действительно, подвиг большой, мучил себя, гнило, веревку вытаскивали, оторвалось тело даже в него. Ну, вам это нельзя придумать даже, Освенцим даже этого не делал. Так, но по наветам завистливого и лукавого беса его возненавидели обитавшие в том монастыре иноки. Так что святой Дометий принужден был бежать оттуда в монастырь святых мучеников Сергия и Вакха в городе Феодосиополе. Тут он продолжал жить, подражал житию архимандрита Нурвела, о котором повествуется, что в течение 60 лет он не вкушал ничего вареного, спал чрезвычайно мало, да и то не лежа или сидя, а стоя, наклоняясь на жезл. Архимандрит Нурвел поставил преподобного Дометия в диаконы, но когда святой узнал, что архимандрит хочет принудить его сделаться священником, он удалился и оттуда. Уединившись на одной пустынной горе, святой Дометий проводил здесь жизнь по Богу, терпя зной, мороз и все изменения погоды. Именно по Богу. Это Богу угодно. Вот когда Лыковых нашли, то он сидел, спал, говорит, Богу так угоднее, когда так спишь. Это там Савин. Потом, войдя в один вертеп, он жил уже там, совершая множество чудес именем Христовым. Многие приходящих к нему он исцелял от болезней, приводя от идолопоклонства к вере Христовой. Мы это все говорили, от идолопоклонства, как приводил, то другое, это мы проверить еще не можем, но знаем, это путь не евангельский. Вот и все. События прошлого дня.